что такое жизнь, что происходит после смерти. Я начал интересоваться разными духовными путями. Эта практика духовная называется вайшнавизм, гаудия вайшнавизм. Такое течение древнее, очень много тысячелетнее. Здоровый образ жизни, традиции. Это не насилие, это вегетарианство. Это простая жизнь. Я наслаждаюсь настоящим. И с тех пор, как я приехал сюда, я в восторге. Нам дан интеллект не для того, чтобы лучше питаться, лучше спать, лучше совокупляться и лучше самообороняться. Он дан для того, чтобы понять, что мы не тело, а мы душа. Жизнь прекрасна и хороша.